Сегодня я буду рисовать рюкзак кавайный такой. Так как сейчас все готовятся к школе, я решила нарисовать на школьную тему школьный такой кавайный красивый рюкзачок. Для этого нам понадобится простой карандаш, ну, чтобы вам сделать набросок. Если хотите, можете сразу рисовать черной ручкой. Черная ручка, карандаши цветные, чем вы будете раскрашивать, или фломастеры. Это уже сами, чем вы хотите раскрашивать. Рисуем по форме, какой у нас будет рюкзачок. Так будет идти. Такую вот форму у нас будет.
такой у нас школьный рюкзачок кавайный получился. Сейчас мы его вам раз украшиваем. А вы сначала подписывайтесь.